Пригласить на эту сцену Светлану Николаевну Чайкину, министра культуры Свердловской области. Светлана Николаевна. Let me invite the Minister of Culture of Свердловск область, Светлану Чайкину. Благодарю. Добрый вечер, уважаемый господин посол. Добрый вечер, дорогие друзья. Good evening, Mr. Ambassador. Good evening, dear friends. Позвольте мне от имени губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области приветствовать вас на открытии замечательных Дней культуры Дании в Свердловской области в городе Екатеринбурге. On behalf of the governor and administration of Свердловск область, let me welcome you to the opening of Danish Days in Екатеринбург. Мне кажется, сегодня как никогда важны те мосты культуры, о которых говорил господин посол сегодня, поскольку только посредством кино, музыкальных спектаклей, дискуссий мы можем быть ближе друг к другу, мы можем больше сделать для взаимопонимания друг другом, приятия друг друга и установления долгосрочных культурных связей. Like the ambassador also mentioned, it's really important to build this cultural bridge between Denmark and Russia, and thus we can have a more deeper dialogue between our countries. Я хочу поблагодарить посольство Дании и Ельцин Центр за прекрасную программу, которая предлагает жителям Екатеринбурга и жителям Свердловской области, гостям нашего города, предложения, которые рассчитаны на самый взыскательный вкус, поскольку здесь есть и кино, здесь есть дискуссии, здесь есть детская программа, здесь есть спектакли. То есть замечательный разговор, который может быть продолжен после просмотра всей этой программы на дискуссионных площадках, я думаю, сделает интересным и общение, и, наверное, будут замечательные выводы, которые будут интересны и для датской стороны, ну и для стороны, конечно же, российской. And I would like to thank the Danish Embassy in Moscow as well as Yeltsin Center, and I hope that this discussion will be fruitful and will make a lot of new thoughts for both the Russian public and the Danish public. Уважаемый посол, господин посол, я благодарю вас за высокую оценку развития сферы культуры Свердловской области, нашего Уральского региона. И это действительно, друзья мои, именно так и обстоит. Dear Mr. Ambassador, thank you for your good evaluation of status of cultural status of the Свердловск region. Нам будет очень приятно, если впоследствии, по окончании Дней Дании, у нас возникнут долгосрочные культурные отношения, которые позволят принять участие в проектах Свердловской области, таких как Уральская индустриальная биеннале, в музыкальных фестивалях «Безумные дни», которые проводит единственный город в Российской Федерации Екатеринбург, как музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», в кинофестивалях, театральных фестивалях современной хореографии на грани, и позволит нам пригласить и принять на наших площадках коллективы, блистательные коллективы из Дании. We really hope that this will be an opportunity for us to invite Danish participation even more to Свердловск Oblast and to participate in such events as Ural Biennale and many musical festivals and other events as well. Мы, конечно, очень гордимся нашими достижениями в сфере культуры, но мы открыты к сотрудничеству, мы открыты к диалогу. Мы считаем, что Дания, которая подарила миру так много замечательных и архитектурных своих шедевров, с которыми в рамках Дней Дании у нас будет возможность знакомиться. Друзья мои, но я хочу и гостям из Дании, вам, уважаемый господин посол, и всем напомнить о прекрасном спектакле, который идет в Театре юного зрителя, о нашей замечательной русалочке, которая во всей красе представляет искушенному свердловскому и екатеринбургскому зрителю гений таланта Ганса Христиана Андерсена.
We are really proud of the cultural status here in Sverdlovsk Oblast. However, we would like to engage even more projects and experiences also from Denmark, like in architecture, as we will see in the coming days. And I would like to remind to Mr. Ambassador and Danish guests that we also have a theater performance currently in one of our theaters that is The Little Mermaid by Hans Christian Andersen. Я благодарю вас за внимание. Я желаю успешного проведения замечательных дней культуры Дании в Свердловской области. Надеюсь на продолжение контактов, на установление дополнительных возможностей связи. Добро пожаловать и успехов, друзья, вам. А я вам всем желаю прекрасных дней, которые вы проведете вместе с культурой замечательной Дании в Ельцин-центре. I would like to wish everyone a really good festival and good experiences. Спасибо.